Боке, то, что мы хотим ждать с вами Аллахот Песах, и я знаю, что ты верит в Урали, и Шматкон, и Ферами Халам. Абьете, Руши, Мархами, Борха, и Бензельфо, Некадам, Батуснат, Муше, Бенестер, Асхадам, Сруфотам, Сруф, Вашима, Ведрат Шем, Випин Хасвия, Коэн, Бенекадам, Рахава, Сахав, Симу, Йорского народа, Шалом, Борис, Баулам. Мы вчера сказали, что весь месяц Нисан мы Таханун, Виду и мы не читаем, но принято читать после Шахарита, отрывки истории, где рассказывается о приношениях Несиим, президентов еврейских колен. Каждый день президент одного колена приносил свои курбаноты. Так мы читаем каждый день. Если в 13 день мы читаем из Беха Алотха, и в 14 день уже читаем остановки евреев в пустыне. Шаббат, кроме этого, если человек скончался в месяце Нисан, не дай Бог, его хоронят, то в этот день, в этом месяце миспет, надгромные речи не говорят. То есть хорошие качества, хвалу об этом человеке не говорят, только если он был большим мудрецом Торы, и только во время похорон можно это сказать. И даже когда есть поминки в этом месяце Нисан, обычно об умершем не говорят, а говорят именно Диврей Тора, чтобы поддержать и приблизить человека, людей, которые слушают ко Всевышнему. Кроме этого, в этом месяце не держит постов. Человек, который хочет держать пост, у ашкеназим принято вообще не держать никаких единичных постов. У Сфарадим, если это годовщина родителей, есть кто разрешает, тот, кто постится, им поститься. Жених и невеста у Сфарадим, они в день своей свадьбы у нас не принято, чтобы постились. У ашкеназим они постятся. Кроме этого, шаббат перед Песахом называется шаббат Хагадоль, потому что было чудо в этот шаббат, когда мы были в Египте. Выход из Египта был в четверг, поэтому 10-е Нисана, когда Бог сказал каждой еврейской семье взять по барашку для Курбан Песах, было на шаббат. И когда египтяне спросили, для чего взяли этого барашка, который был их богом, символом, их идолом, они сказали, что когда мы будем выходить, Всевышний уничтожит всех первенцев. Поэтому мы должны зарезать этого барашка и его кровью покрасить косяки и притолку дверей, чтобы ангел-уничтожитель не вошел в наши дома. И тогда первенцы обратились к своим родителям, к фараону, чтобы отпустили еврейский народ, чтобы они не умерли, на что они отказались. И тогда началась у них междоусобная война между первенцами, фараоном и отцами. Поэтому написано, мы читаем «Лемаке Мицраим Бивкорехем», наказывающие египтян их первенцами. То есть тогда очень много египтян погибло, и египтяне пришли отомстить евреям, но Всевышний их остановил, и это было большое-большое чудо. Они смотрели, что евреи завязали этого барашка к своим кроватям, и ничего не могли с этим сделать. Как написано, там зубы у них скрежетали, но сделать они ничего не могли. Поэтому этот шаббат называется шаббат Агадоль. У него есть своя отдельная автора, и кроме этого принято, что драша в этот шаббат, она немного дольше, чтобы пройти все законы Песаха, Пасхальной Агады, мицвот, которые в эту ночь, без радости, мы будем с вами исполнять. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.